пользовались спросом. Одел кроссы, вышел из дома, все равно время бросил. Морозил дождь, казалось, все против меня. Казалось, никому не нужен день ото дня. Старые смыслы жизни теряли свою соль, теряли свою ценность. Я был одинок, свою роль исправно играл, но было больно. Невольно в тот момент я задумался о Боге. Кто ты или что ты? Позвал я к небесам, братцам. Неважно было, Творец ответил мне сам. Я тот, кого ты ищешь, умирая без духовной пищи. С кем хочешь примириться, поднимая взгляд выше. Кого ты боишься, но хочешь стать ближе. Хоть каждый день падаешь ниже и ниже. Я был всегда рядом, стоило лишь обратиться. Я пал на колени, руками закрыв лицо. Что же будет после? Я быстро бежал домой, не уставая, вовсе вспомнилось, как мать что-то говорила о Боге. Тогда я грязью лишь его облил. Теперь он нужен мне, он тот, кто все это объяснит. Но абонент оказался вне зоны действия сети. Библия, слава Богу, кто не вспомнил я его слова. Он говорил не раз, а мне было плевать. Теперь в руках носили незнакомые книги. Искал ответ, новый завет помог найти его мнение. Все заново открывалось, пересекалось со словами, что слышал. Я уходил, усталость уходила, боль. Я в мир погружался, один на один с Богом я остался. Может быть, я люблю громкие слова и жесты. Может быть, я уличный, но где-то по соседству. Меня дождался, слышишь, наконец-то. Как бы сказать, вернее, мой отец. Я слышал о тебе, но я не знал, кто ты. Каким же на самом деле я был тогда одиноким. И что я делал, Господь? Ты это видел? Я строил декорации, снимал кино. Ты был близко, я проходил мимо. Ты есть, я знаю. А я и пальцами двинул, чтобы узнать, что значит для тебя так много. Я только начал свой разговор.